Анапа находится на третьем месте в крае по числу жителей, занимающихся в организациях спортивной направленности, уступая лишь Кавказскому и Тихорецкому районам. Второе место у города-курорта по показателю наибольшего числа детей и подростков, привлеченных к участию в спортивных турнирах – более 80%. Лидеру, им признан Геленджик, наш город уступил лишь 0,5%. 373 анапских спортсмена вошли в состав сборных Краснодарского края. Это очень достойный показатель. Также в документе отмечено, что в Анапе будут построены две тренировочные площадки для команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Это даст новый положительный импульс в развитии спортивной жизни муниципалитета.